Мы находимся на перевале Гумбаши. В предыдущем видео я показала дорогу по этому перевалу. А в этом видео мы посетим источники Нарзана и сырные пещеры. Здесь течет река под названием Мара, и у ее поймы имеется минеральный источник Нарзана, который является памятником природы. Источника здесь два. Воду из первого можно набрать, черпая из небольшого колодца, а второй источник пульсирующий. И застать эту пульсацию можно лишь несколько раз в день. Мы приехали не в то время и ее не увидели. Вблизи источника, на правом берегу, у склона горы есть красивая скала, представляющая собой различные формы выветривания песчаника. Необычные сырные пещеры, как и источники Нарзана, находятся на трассе А-157, не доезжая 7-8 километров до Карачаевска. Пещеры находятся с правой стороны, на скале горного хребта, где-то в 50 метрах от дороги. Пещеры спрятаны за деревьями, никаких опознавательных знаков рядом нет. Эти пещеры состоят из песчаника и по виду действительно напоминают пористый сыр. Что интересно, древние племена, жившие здесь, как полагают ученые, в начале нашей эры или перед самым концом прошлой использовали подобные пещеры для захоронения. Они углубляли их, превращали в склепы и хоронили там кости. Ритуал погребения был необычный. Сперва они хоронили своих соплеменников в земле, а когда кости сгнивали, прятали их в склепе. Говорят, останки древних людей до сих пор находят в таких пещерах. Самая большая пещера растянута примерно на 10 метров в глубину и представляет собой несколько полостей, связанных естественным узким коридором. От трассы к этой пещере ведет небольшая тропинка. Ступать здесь следует очень осторожно. Тропинка крутая и есть скользкие места. Попасть в пещеру можно с двух противоположных сторон. Она сквозная, поэтому заблудиться или потеряться внутри не получится. Такие пещеры встречаются во многих районах Северного Кавказа. Они есть и на территории Карачаева-Черкесии, и на территории Кабардино-Балкарии.